Давайте посмотрим путевую документацию, свидетельство о регистрации, страховой полис, водительское ваше. Конечно, пора сдавать экзамен в роли строгих преподавателей, инспекторы ГИБДД в качестве студентов, водителей экспрессов. Осторожно, двери закрываются. Начинается поголовная проверка. Диагностическая карта в двух экземплярах. И извещение о ДТП также в двух экземплярах. Путевой лист. Водительское свидетельство о регистрации страхового полиса. Пройдемте. Не было в документах. У вот этого водителя 110-го маршрута не оказалось с собой полиса ОСАГО. Уверяет, забыл. Это значит одно – добро пожаловать в автомобиль к полицейским для составления протокола. За такое нарушение забывчивого ждет штраф. Возможно, у вас присутствует, если сейчас его привезут. Но он у вас отсутствует. В наличии нету его. Штраф 500 рублей первые 20 дней, 250. Следующий ездок решил на время отказаться от ремня безопасности. Инспектор тут же напомнил об этом правиле дорожного движения. После чего все та же стандартная процедура. Добрый день. Эти два нарушения сотрудники ведомства выявили буквально за несколько минут. В зоне особого внимания не только документы. Более пристально инспекторы приглядывались к так называемому техническому состоянию транспорта. Общий. Аварийка. Не, аварийка. В случае несоответствия требованиям технического состояния автобуса, что может привести, к сожалению, ДТП и в дальнейшем может привести к пострадавшим пассажирам, что самая главная наша задача – это недопущение гибели и травматизма на выхода на линию пассажира перевозящего транспорта. Включите левый сигнал поворота, затем правый, откройте дверь второго выхода. Техника в этот раз никого не подвела. Всего за время рейда удалось проэкзаменовать 12 шоферов. Точно такие же проверки инспекторы обещают повторить в ближайшее время. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – междугородние маршруты. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.